видископ. Возникают всегда вопросы, как соизмерять то, что вроде бы как не соизмеряется. Но это вопрос уже технический. Но то, что принцип должен такой быть, понимаете, сейчас непонятно как. Сейчас, ну реально, это ручной режим распределения финансовых ресурсов. Даже если он справедливый, да, все равно это сидит чиновник и говорит, тебе вот столько, тебе вот столько. Кто-то стоит за дверью и не понимает, почему ему не столько. Ну, по крайней мере, возникают вопросы, возникают недовольства. И все это как бы на фоне того, что никто не знает, на основании каких критериев происходит такое распределение. Опять же, тут еще есть важный вопрос, от чего отталкиваться? От результатов, которые были достигнуты, да, и уже, ну, как бы объективно есть. Либо от там, обещаний достигнуть определенные результаты. Это вопрос. Потому что вроде бы как, да, учитывая какой-то потенциал там, и текущую ситуацию, можно говорить о том, что вот в этом виде спорта будут какие-то такие вот результаты. Но, так сказать, все-таки пока что больше склоняются экспертное сообщество к тому, что нужно отталкиваться от уже достигнутых результатов. Естественно, в каком-то коротком промежутке времени, там, не 35-летней давности. Вот последние соревнования, которые происходили. Витископ. Спортивное видео.